Глава округа Дмитрий Акулов провел очередной личный прием граждан в приемной «Единой России» на Угличе. Большинство обращений касались благоустройства и ремонта проездов, но были системные. Староста деревни Боблова Александр Ильичев предложил проводить собрание деревенских старост с участием администрации. По его мнению, это позволит представителям малых населенных пунктов делиться с коллегами опытом в решении насущных проблем и получать обратную связь от властей. Проблемы – это, конечно, дороги. Источники воды тоже имеют место быть. Этой проблемой в некоторых деревнях они есть. Газ. Ну, газ здесь уже, конечно, из разряда уже комфорта, потому что некоторые деревни такие малые. Они, к сожалению, пока что в программу не входят, собственно говоря. Ну и разные освещения и другие. Александр Ильичев предложил взять пример с области. В конце октября была создана ассоциация старост Подмосковья, задача которой – выработать механизм взаимодействия сельских старост с муниципальными властями. Дмитрий Акулов ответил, что обсудит с коллегами предложение. Личный прием граждан в отделении «Единой России» на Угличе глава округа проводит ежемесячно. Михаил Зуйков, Антон Коврижных, ТВР-24.